Цели, задачи. В основном мы занимаемся тем, что берем какие-то проблемы, которые в городе есть, и рассматриваем их с точки зрения какого-то уже мирового опыта, самого прогрессивного. Потому что то, что сейчас предлагается в городе, те решения, которые есть, они не решают множество проблем. То, что мы делали, самое такое большое интересное, это ДК Академия, пересадочные узлы. Плюс к тому, сейчас занимаемся изучением, я пытаюсь построить транспортную модель, грубо говоря, альтернативную тому, что делает МИИШ, потому что я не уверен, что у них выйдет то, что нужно. Мы берем, ставим проблему и ставим задачу и изучаем, что из мирового можно сюда применить. Вот так. Делается все на энтузиазме.